В детском саду номер 22 «Солнышко» состоялся мастер-класс по изготовлению мягких игрушек для воспитанников школы номер 1, детей участников специальной военной операции. По словам организатора данного тренинга, это процесс своего рода арт-терапия для детей, которые сейчас проживают стресс. Но сегодня мы решили провести эту акцию для детей, военнослужащих, которые защищают нашу родину в данное время, чтобы как-то поддержать этих детей, чтобы немного дать тепла и поддержки этим детям. Инициатором проведения данного мастер-класса также является детский психолог-логопед-дефектолог Зарина Мехтиева. Она считает, что такая терапия отлично помогает снять стресс и избавиться от депрессии. Арт-терапия не имеет никаких ограничений в работе. В ней могут участвовать и взрослые, и дети. И на каждого она действует плодотворно, снимая стресс и благотворно влияя на общее эмоциональное состояние ребенка. Отметим, что проходили дети мастер-класс совместно со своими родителями, которые также помогали им в изготовлении мягких игрушек. В завершении мероприятия представители детского сада «Солнышко» вручили деткам подарки – наборы для творчества.